Днем 6 июня на проспекте 50 лет Октября иномарка, игнорируя участников дорожного движения, на перекрестке сбила несовершеннолетнего подростка. Водитель даже не остановился и скрылся с места ДТП. Был установлен собственник автомобиля, им оказалась жительница города Саратова, которая совместно со своим старшим сыном пояснили, что автомобиль накануне у них угнали. Заезжали на заправку, ехали в сторону 3-й, где на 108-й остановке школы. Произошло ДТП. Я уехал. Куда, в какую сторону? В сторону 3-й дачной. Далее. Поставил машину в гаражах, после чего зашел к другу переночевать. Словно страус, прячущий голову в песок от испуга, Юрий, водитель иномарки, скрылся в квартире друга, где его и нашли сотрудники полиции. В настоящее время проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего ДТП и угона, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Нарек Хачатурян, Вести, дежурная часть, Саратов.